День добрый, друзья! Благодарю вас, что смотрите мой канал, мои видео. Итак, мы продолжаем прохождение инкубации на самом сложном уровне, как видите, и мы начнем перевооружение наших бравых бойцов. На благодарности у нас 5, так что можем кого-то и одобрить. Так, что же у нас тут по оружию, по всему остальному? Возьмем-ка мы, наверное, штурмовой бронежилет. В принципе, мелочь его не должна процарапывать. Возьмем дополнительный ход товарищу, он всегда пригодится. По оружию у нас тут особого выбора нету. Что-то мне этот пулемет не понравился, акула этот. Так, чтоб тебе еще, друг мой, взять? Вот это вот, наверное, да, чтоб ты бегал быстро. Ну, в принципе, и все. Максону мы возьмем обязательно штурмовой бронежилет, чтоб тебя не зацарапали. Ну и сервопривод же, наверное. Так, что у нас тут еще есть? Антирезного стимулятора можно взять. А нужны ли тебе стимуляторы? Пригодятся. Так, следующий вест. У нас нормальных только 3 бойца и 2 пукалки, которые так и не заработали себе повышение. Негодяи такие. Блин, доп-комплект бы ему взять, но никак не получается. Даже если его одобрить. Но зато можно взять стимуляторы, они пригодятся. Жаль, нельзя несколько раз одобрить, у меня аж еще 3 награды есть. Это можно делать раз в бой. Ну что ж, в бой. В принципе, тут у нас особо ничего не возьмешь. К сожалению, вот эту штуку брать очень сложно. Запишемся на всякий случай вот сюда. И в бой, друзья мои. Так, форт. Брут, они тут очень сильно. Задача уничтожить все проходы. Сержант был уничтожен. Ну, это карги тоже нельзя. Так, мина уничтожается рукой. Взрываются рукой, Харби все может взрывать. Молодец. Так, надо нам рвать отсюда когти, я так чувствую. Чем лучше, тем лучше. Так как это уже не первый раз пытаюсь ее пройти, на этом уровне сложности, ох, их много этих задач. Я тут по привычке своей сразу начал отстреливать от этих друзей. Но этого делать не стоит. Надо просто бежать. Oh. I don't know, sir. Чем быстрее, тем лучше. Okay. Yeah. А лучше еще быстрее. Ходи сюда, карасик. Блин, патроны тратит. Выстрела, но бовду, можно сказать. Так, надо побыстрее вот этот проход завалить.
и двигаться вот к этому. Это очень сложный проход к нему. Довольно сложно добраться. Really? Sir? In position, sir. Unit. What's happening, sir? Харви, зараза, где этот Харви? Okay. Вот он. Yes. Шуруй по-быстрому. Ready and willing. Опасно. Но я думаю, все получится. Так, ну то покойник. Опа! Так, пока меня никто не видит, это хорошо. I don't know, sir. Okay. Yes. Looking for action. Тот, по идее, не должен достать. Ёшкин матрёшкин. Roger, sir. Oh. Какой веселый хлопец нас там ждет. Сейчас нам сильно уходит, отлично. Ты уже будешь стрелять. Не будет он стрелять. Тут развлекуха. Тут самая большая проблема с переделом оружия, так как у меня стрелка всего два. А их слишком много. Let's go! Жабыняток. Так, Харви, 4, 3, 2, 1, 0. Через один ход ты сможешь уже взрывать. Но в спину тебя может настрелять вот эта зараза. Тут оно за углом стоит. Так, как же ж его тут прорваться, блин. Тоже. А, это толку с тебя, блин. Always ready, sir. Ладно. In position, sir. Четыре выстрела. Roger, sir.
sir. Ну давай, 4 выстрела. Малявка, молодец. Ух ты, блин, тут еще один, ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, у него есть бронежилет. Иначе тебе будет весело. All right, sir. I don't know, sir. Ой, хорошо. Тача. Ой, хорошо. Бронежилет — классная штука. Лягушачьи лапки. Скільки вас багато, вас не подолати. Так, а ну-ка ми сохранимся, друзі мої. Це не стріляв. Йому мішають його друзі. Жопками своїми закривають. Це хорошо. Саме головне. Так, так, так. Що ж з вами делать? In position, sir. Как-то так. Ящик надо брать. Так, тут бы их засмолить бы всех бы. Было бы очень бы хорошо. All right, sir. Что с тобой делать? Дальше не пойму. Ладно, иди сюда. Yes. Так, что там братка? Братка один выстрел всего. What's happening, sir? Братка всего один выстрел. All right, sir. What's up? Here we are. Вот этого бы убрать. Было бы очень хорошо. Это сюда, наверное, не получится стрелять. Where's the action? Может, получится. Получится. Right, sir. Так, теперь вот этого кабана надо застрелить. И, в принципе, все. Yes. Looking for action. Не промажь, мужик. Sir. Тут мазать запрещено. Так, ну пока идет все неплохо. Довольно таки. In position, sir. Can use this stuff. I can use this stuff. Good, good, good. Yeah! Так, Харви, друг мой. Надо вот эту нычку взрывать. А потом срочно идти туда. Блин, мост бы перекрыть. Как-нибудь. Иначе нам не слишком будет хорошо. Надо над этим подумать.
Ready and willing now. What's happening, sir? Молодец. Для малыша это довольно неплохо. Так, а куда ж ты достанешь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, пока отдыхай. Потихоньку заканчивается. Ой, сколько у вас? Вообще было бы неплохо вот здесь засмолить, чтобы они больше не вылазили. Ладно, попробуем здесь пройти. Really? Sir? Okay. In position. We can use this. All right, sir. Really? Sir? Косой ты, друг мой. Косой. Так, а если попробовать вот так? Okay. Три. Да, не получится так. А, это же он без броника. Проход перекрыть, они все туда и полезут. Дальность у меня, конечно, слабовата. Они так туда пошли. 14 хлопцы. Так, остался у нас один дырка. Тут не так вопрос с патронами, как вопрос с перегревом оружия. Let's go! Ну ты, блин, даешь. Yeah. Харви никчемный хлопец. In position, sir. Yes. Ready and willing. This will help. Attack. Oh. Может проломить их тут, блин? Так не проломим, блин, тут не right, хватает. Sure. Зараза такая. За патронами, что ли, сбегать? Oh.
Ладно, попробуем проломить. Ой-ой-ой. Даже такое бывает. Да нет, так мы не проломим. I don't know, sir. Нам на тебе. Под раздачу попал. Тут такое ощущение, что скоро будет весело. Так, остался последний. В принципе, все ящики мы собрали. Ready. Looking for action. Надо отвлекать огонь на себя, я так чувствую. Юген. Да, Юген, блин. Юстас Алексу, блин. Сейчас тебе будет весело. Последний патрон. No problem. Really, sir? Roger, sir. Раз, два, три. О, нормально. Брат отвлекающий. Танк бронированный. Все. Запас окончен. What's up? Cool. Cool-то cool, блин. Бежать-то тебе сколько, ё-моё. Oh. Наверное, не успею. Oh. Зря, короче, я ему огнемет взял. Надо было с легкой винтовки начинать. Ready. Блин. Вот что делать? Это паски, друзья мои. Дасос есть паски. Так, а что у тебя бронежилет есть? Me. Sir. Ну что, рискуем. Me, sir. Ready. In position. Держись, герой. О, малявка прикрыла. Ой, мастерство выросло. Ну, конечно, на последнем патроне. Держись, братка. Ух, зацарапали, зараза. Ну что, последний ход. Hasta la vista, baby. Да он до сих пор даже не дойдет туда. Yeah! Ну что, вся надежда на том, что все это закончилось уже. Yeah! Бабах. Ну и так хорошо, два выстрела с перерывом. Units terminated.
What's up? Really? Sir? Ура! Фух, выиграли. Ну и, блин, миссия веселая. Что ж, друзья, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Удачи вам. Наград нам не дали. Поцарапали нас крепко. И мы собрали 150 оборудования. Чудесно. Ставьте лайки, а мы продолжим в следующий раз перед фортом. Сохранимся, пожалуй. Фу-фу-фу. Напряженный бой. Счастливенько.